В ночь на 7 января во всех православных храмах прошли праздничные богослужения. Рождество Христово для христиан – один из главных праздников. В Преображенский собор Люберец пришли сотни прихожан. На службе побывала и наша съемочная группа. Божественная литургия началась в 23 часа, но верующие начали собираться задолго до ее начала. Многие люберчане приходят в храм на Рождество каждый год. Светлый праздник встречают с особым трепетом. Радость, наверное, вот такая вот радость. Радость от того, что родился тот, кого все очень ждут, кого мы очень ждали, то, что Сын Божий родился, наш Спаситель. Особенно сейчас, когда звонят колокола, прям сразу так слезы даже наворачивают, слезы радости, потому что это великий праздник, который объединяет людей. И мы желаем всем счастья, добра и мира. Пасху, Рождество ждем, можно сказать, это самые эти... Самый важный праздник, несмотря на мороз. Да. В эти дни в соборе по-особому празднично. С паникадила свисает хвойная пушистая гирлянда, на солье ели украшенные ангелами. Священнослужители, как положено в большие христианские праздники, облачены в белую одежду. В храме несколько сотен людей. Прихожане ставят свечи, молятся за родных и близких. Сорокадневный рождественский пост закончился. Начались святки. 12 святых дней, которые завершатся в крещенский сочельник. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.